Всем привет, с вами Виктория Бандурист, вы на канале Nails Pro, подписывайтесь, если вы здесь впервые. А в этом видео я хочу с вами поговорить о базах для гель-лака. Какая же это волшебная база, благодаря которой гель-лак будет держаться долго без всяких сколов? Так вот, одной единственной волшебной базы не существует. Для каждых типов ногтей нужна своя база, вам просто надо подобрать. Вот это все лишь часть баз, которые я использую. И в этом видео я хочу поделиться с вами своими наработками. Какая база подойдет к какому типу ногтей? Если вам тема интересна, продолжайте смотреть. И мы разберем каждую базу в отдельности. Итак, база Nail One Strong – это каучуковая база на основе акрила. Она густая, не дает усадку на свободном крае, что подойдет для длинных ногтей, гипоаллергенная, самовыравнивающаяся, достаточно удобна в работе, подойдет тонким и ломким ногтям. Следующая база – это Nail One Hard. Это база с усиленной адгезией, жесткая, обеспечивает прочное сцепление материала, предупреждает отслойки, не пересушивает ногтевую пластину и не требует праймера. Следующая база – это Nail Club, пятерочка. Это очень густая база, с повышенной жесткостью, имеет густую консистенцию, хорошо укрепляет ногти, идеально подходит для длинных ногтей. Полимеризовать тут надо такую базу 1 минуту в LED-лампе из-за ее консистенции. Хочу обратить внимание, что эта база достаточно сложная в нанесении. Кистью из флакона пользоваться неудобно, поэтому лучше использовать плоскую кисть, как для геля. Следующая база – это Clio Rubber Extra. Это каучуковая база. Она достаточно эластичная, обеспечивает прочность и устойчивость к скалыванию, подходит для работы с проблемными ногтями – тонкими, влажными, слоящимися. Такими же характеристиками обладает база Clio Beige. Имеет приятный бежевый оттенок. Подойдет для френча и под молочные оттенки. Следующая база – это Arnel B Extra. Это универсальная база средней консистенции, подходит для тонких и влажных ногтей. Также я люблю ее использовать в педикюре, потому что она достаточно тонко ложится. И еще одна база, без которой сложно обойтись, это Линта, белая молочная база. Она также каучуковая. Плотная консистенция, гипоаллергенная, хочу обратить внимание, имеет высокую адгезию и не требует нанесения праймера. А в следующем видео вы можете увидеть все тонкости покрытия базы. Оставайтесь на канале и продолжайте смотреть.